А вы знали, что IKEA раскрыла секрет тех самых фрикаделек? Для них нам нужно смешать фарш, яйцо, сухари, молоко, мелко нарезанный лук и чеснок. Положить все в одну миску, посолить, поперчить и хорошо перемешать. Затем необходимо сформировать вот такие небольшие фрикадельки и обжарить их на сильном огне со всех сторон до красивой золотистой корочки. После этого необходимо выложить фрикадельки в форму для выпечки, накрыть фольгой и отправить запекаться в духовку. Теперь приготовим соус. К сливочному маслу добавляем муку, хорошо перемешиваем, добавляем овощной бульон, говяжий бульон, сливки и вымешиваем до вот такого состояния. Далее добавляем соевый соус, горчицу, хорошо перемешиваем и наш соус готов. Подаем фрикадельки с картофельным пюре и, конечно же, обязательно добавляем брусничный соус. Фрикадельки, как в IKEA, готовы. Это очень вкусно, просто попробуйте.